Game on! Всем привет, друзья, с вами ММА, сегодня будет охота. Я перед тем, как запишу это, расскажу вам небольшой секретик. Здесь залетел подарочек, так что залетайте, успейте забрать его прямо сейчас, и вы. И я позвал Кубика. Сейчас объясню почему. Потому что я подумал, что можно взять топа, и будет очень крутая охота в дуо. Но под конец года хотелось бы замутить веселый ролик, и это можно сделать с войсом. Так что сейчас мы это сделаем. Обязательно не забывайте подписываться на канал, закидывайте лайк. И, конечно же, я хотел вам в новом году пожелать один такой, сказать, важный моментик. Смотрите, если без разницы, чем вы занимаетесь, куда стремитесь, самое главное, ребята, это не сдавайтесь никогда. Прийти до конца, и даже если у вас не получается, нужно немного показать упорство, и у вас все будет четко. Да, конечно, это банальные слова, но я скажу так, что если у вас бывают моменты, где реально не прет, иногда вас жизнь может вести каким-то другим тропиночком. Но иногда она вас может просто проверять, насколько вы будете уперты, будете переть по этой тропинке, и докажете, что именно она ваша. Так что делайте это обязательно, это не просто слова, это реально рабочая тема, она работает и не только в спорте, и не только в учебе, в работе, везде по жизни. Так что вот этого пунктика вам я пожелаю, и пожелаю приятного просмотра. И, кстати, не забывайте подписываться на Кубика. Я оставлю на нее ссылочку в описании. Так что погнали. Здорово, Кубик. Добрый день, добрый день. Ну что, готов выйти на охоту? Конечно, конечно. Ну, на пинчике сейчас будем смотреть. Кстати, давайте зайдем, тоже заберем. Вот он, уф, имба какой. Для игрока написано, да? Обидно, что не анимированный реально. А может сделать? Было бы лучше. Ну, не сейчас, к сожалению. Ну да. Да, сейчас. Со временем, да, скорее всего, сделаем. Окей. Ну что, таким пиком начнем. Кстати, карта противная, вообще очень мерзкая, но еще омерзительно те, кто там тимится и вот так вот играет неприятно, так что сейчас будем их наказывать. Без баночек. Топ. Тут есть одна. Окей. Ну что, ребят, карта мерзкая, будем сейчас выцеплять по одному чисто. А ну сюда иди, так, за шею взял. Будем крысить. Да, и куб там будет подачу. Давайте, как я... как я боковой учил его бить. Ну, пока что мапа чистая. Никого не вижу. Тару Грома вижу. Гром для нас не самое веселое, потому что пока ульты нету. Дубаз. И кольт. Можно, кстати, их зажать. Давай. И снова Гром. Тут база тут, тоже копия, да? Сидит. Да. Скорее всего, копия. Так, заскамили базика. Брать, как так? У меня ульта через тык. О, Гром. Ладно, давай пока не будем. Пойдем на поболее с лайтовым целям. Так, ульта у него. У меня больше половины. Окей, у меня также. Тут спайк 11-й. И кольт не фуловый. Ты чё отправляешь? Чё, думаешь, только у тебя такой, что ли? А ну, ой, лови! А где твой куб? Да, я мискликнул. А, я понял. Шо за... Сейчас, где мой? Вот мой. Ну-ка, дай я вытяну его, смотри. Желтенький. Давай, только не кактус пить. Лови, братишка! Золотой тебе! Награду, комьюнити. О. А мы доставим. Ну ладно, давай его этого, тиммейт не будем убивать. Это, вот, вот это его тиммейт, скорее всего. Да? Это он? Да. Не, это не он. Я проверил. Где еще? А где, реально, где типы? Ребята. Мы вам награду подготовим. Давай глянем. Давай, давай. Навигатор пошел. Маршрут перестроен. Ой, как так. Эй! Я сломал стеночку. Окей, а тут кто еще? Чё делает? А, там Тара сидит. Я понял. Найс, найс. Ладно, погнали. Давайте, ребят, а прямо сейчас поддержите лайкосиком, и мы сейчас сыграем на более жесткий кубас, где не будет легко, где может и нас толпой задавить.
Окей. Мы сейчас... Я не знаю, это, наверное, будет... Здесь очень много углов, здесь будет крайне неудобно. Но сыграем на 1250, я думаю, сейчас много огромов будет. Но еще кубик их закрысит, а я там подлечу еще, баночки соберу и мы развалим эти толпы. Но это теория. На практике может быть все иначе. Сейчас просто сольем 35-й ранги на 60. Окей. Все, пошла жара. Подбор очень долгий был. За эту банку, наверное, кто-то зарубится со мной, не? У меня ГЛ сразу. Никто не пришел. Реально, я... ГЛ тимится. Да? Вот, пошли, да, уже тимеры? Можно закрыть их. Кстати, знал, что это ульта Дэрила сквозь торнадо? Да, вот так. Я не знал даже, я думал, ГЛ контрит. Не. За то, что тимится, хотел получать, братишка. Теперь найти бы твоего тиммейта. Давай тут закрысим кого-нибудь, посидим. Громов. Надо вот эти все кусты расчистить, чтобы не мешал. Тут тима пить. Вот туда? Да. О, они же. А я не могу. Иди. А я застрял! Я застрял! Дай ульту! Камет Петра. О, я жив! В прямом эфире с камет. Окей, вижу вольт, три баночки. А чё его никто не бьет? Ой, там гром. А вот смотри, затимились, вот они. Видишь? А, не, да. Он его закрыл просто. Я пойду собаку. Хорош. Найс. Найс, мы боссы почти. Вот эти бы снести, но давай пока не будем рисковать, чтобы одного не потерять. Чуть. Давай, пофиг. Так. Ой, так прикрой, как он попал? У чела ульта на скоро. Ой-ой-ой. Шелли. Нет, Шелли, мы не тимимся. Мы на мужика играем. О, Шелли разбивает. Просто. Смотри, закрычу. Домой. Вот это можно. Жрем, их, хорош. Надо подхилиться и все, и стоп один. Я лечу. Давай, прикрой от этого. О, хорош. Все, я. Это халява. Что брать? Teamwork is up. Дай ему награду отправлю. Подарочек. Блин, это вообще пушка была катка, ребят. За такую катку можно закинуть лайкос. Такими темпами точно 1300. Погнали, еще разорвемся. Окей, полетели. Прилетаем мы с кубиком на море, короче. Тут две баночки лежит. Три. А, три. И слева четвертая. Да, и слева, короче, тоже... Стоит автомат, можно третью баночку собрать, а четвертую. Найс. Я уже на солнце перегрелся, поэтому считаю плохо. Вот там тип сидит. Ой. Там тип говорит. Прилечу к нему. Там тип говорит, я хочу вашу банку забрать. Не хотите ли вы получить мороженое? И меня тик это задолбал. Что-то он, конечно. Что-то он хочет, чтобы ему вломили. Он слева, кстати. Они вместе, да, сядут? Да. Ладно, я его забайтил. Обоих нагажут. Еще один тут. Ёшкин кошкин. Ёшкин матрёшкин. Я живу. Найс. Братик, что ты такой агрессивный? Что ты такой буйный? Ну, как... Я зажал его. Ой, а что там делают? Два вольта. Вы что, пацаны, вы что творите? Что с игрой, ребята? 2 вольта, что я сейчас увидел? Как это разве? Я убил одного, Петь. Хорош. Могу, помогу. Мне 200 хп. Окей. Куда побежал, сладенький? Так, я хилюсь пока. И попробую выжить. Кидайся. Можно чуть переждать их. Чтобы они вот в эту территорию зашли. Но это будет сложновато. Ой-ой. У этого у Грома ульта. Окей. Залететь вообще не варю. Да, пока нет. У меня две таки до ульты. Дым уже их почти в коробку загнал. Потихонечку. Я прикрою. О, можно в ульта. Найс! Брать, это плюс
Что творим, ребят, на 35-х? Ляу, просто жесткая фляу. Ну что-то изи. Что-то вообще... Не чувствуем. Вообще разматываем. Как эти там типы на 1105? Вот эти, которые сейчас убили. Уф, нормально. Вот так и апаем все. Смотри. Пошлые кадры тоже. Ой, жили. Наверное, багом оплей, не знаю. Но вот эти типы вроде вместе прут. Вот в прошлой катке, топ-3, они 1100-1200 апают, ему. Ну, Шелли багом, да, у нее 4 как басов. Да, ботик чисто. Ну все, давай, сделаем еще одну короночку, посмотрим, будет ли это винстрик или нас обидно толпой загасят. Сейчас тут прикольные моменты были. Как видели, я залетаю на одного, он отлетает, тик, напрыгивает, слева еще другие стреляют. Ну вообще трэш, лютый трэш. Но все равно выходим из этой каши победителями. Окей, окей, ребят, каждую качку мы сидели супер долго в подборе, так что поддержите по-любому. Да, лайкосом обязательно, и комментариями, и подписочку на канал. Да, не забывайте подписываться и на мой канал, и на Куба, подписывайтесь, ссылочка в описании, ребят. Качки жесткие выдаем, чисто топ-2 мира пришли охотиться. Наказываюсь слабых. Нон-тиминг. Ну дай, погнали на круголет дадим. Такси. Смотри, сейчас меню будет вылет. Алло. Сейчас минус 10. Вылет в меню заказывали. По-моему, заказывали. Это жесткая халява. Идем сейчас. Давай. Полетели. Алло. Такси, ну какое такси? Давай. Такси до лобби не заказывали? А у него это старочка. У него дальность. Боже, ну откуда вот именно в этом углу тараканчик вылез? Ладно, мы вернули все, что апнули, и немножечко назад. Но в любом случае, ребят, уже последнюю катку играли не на победу, а на веселье. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Охота была топовая. Обязательно поддержите наши два канала, подпишитесь на мой, на Кубика. Куб, спасибо, что пришел. Это было весело. Весело. С наступающим тебя и всех ребят вас тоже. С наступающим. Да, спасибо. Всем удачи и всем пока. Всем пока.